Всем привет зрителям, подписчикам, друзьям. Вот, очень давно не снимал видео. Сейчас пришло время снять видео, так как супруга попросила меня на даче от кротов избавиться. Пришло время, она сняла весь урожай, грядки освободила. Вот, кстати, смотрите, у нас на даче какая красота. У нас крайняя дача. Я еще не облагородил. Вот здесь будет у меня забор. Да, вот я отсыпку веду. Тоже будет. Вот, так что вот здесь грядки были, все перенес. Пойдемте покажу, как это яблонька. Сегодня плодоносит, но хорошая такая. Это мы кусты тоже купили новые, посадили. Вот забор начинает делать. Бассейн еще не собрали. Поздняя осень. Да все некогда мне. Я на работе. Сейчас объект в другом городе, поэтому заниматься некогда. Вот я и сюда перенес грядки все. Вот, не видите, грядочки. Все, что стояли там, разброшены. Здесь вот начинаю выкладывать дорожки. Будут такие дорожки. Соль проступила, но это моется. Есть раствор специальный, моется. Вот здесь дорожка будет. Здесь дорожки будут. Уже прокладываю. Вот, а так все вот проложил. Вот эти грядочки у нас. Вот, а так, блин, какая красота. Даже осенью у нас. Смотрите. Просто шикарно. У меня вокруг лес. Вот. Вот. Дорожки. Все повыкладывал. Грядочки такие аккуратненькие. Будет все хорошо. В общем, мне нравится. Вот здесь вот это отсыплю все дальше. И там будет у меня забор. Но это все со временем. Какая дача у нас была, какую мы купили здесь участок, я вам потом покажу. Сейчас пошли, показывать буду про кротов, о чем сегодня речь и пойдет. Вот в этой тепличке, я ее поднимать тоже буду немножко. Вот в этой теплице у нас все лето живут кроты. Кстати, вот они копают здесь. Вот здесь кроты. Ну, я уже не стал показывать, убрал из грядки весь грунт на другую грядочку. Здесь тоже буду убирать. И во все грядки буду прокладывать сетку металлическую. Вот такую я купил сетку. Вот такая сеточка очень хорошая. Металлическая. Я сейчас открою ее, вам потом покажу, какая она. Вот. И буду ее прокладывать. Покажу, как ее прокладывать. Покажу ее, как крепить, чтобы кроты не пролезали. Здесь я тропинки тоже, наверное, уберу, выложу. Сетки не буду выкладывать, просто черным материалом проложу, как там, плитку. И укрою здесь, тоже проложу здесь всю плиточкой. Вот. Вот, кстати, смотрите, размер сетки у нас 8 на 8, ячейка и десятка. У этой сеточки края очень острые. Не сам край, а вот именно вот где плетеный. Для кротов, ну, естественно, это неприятно. Итак, что мы делаем? Мы сейчас замерим, сколько грядка у нас. Грядочка у нас по внутреннему 60 идет. Ну, то есть на загиб краев сантиметров по 5. Значит, 70 сантиметров надо отрезать. Она метровая. 30 сантиметров, не знаю. Что с ними делать? Итак, у нас 3,80. То есть 3,90. Ну, можно сделать. Сейчас мы все отрежем и будем стелить сетку. Итак, вот я раскрутил эту сетку. 3,90 отмерил. Вот он, видите, какого плана сеточка. Хорошая металлическая такая. Лопатка прижал, чтобы не... Вот, 3,90 отмерил. И... Ножницы по металлу, она очень хорошо режется. Поэтому я сейчас ее отрежу, прикину там, сколько. Я решил не резать. Она метровая шириной. И я решил не отрезать ее, потому что куда я делаю 30 сантиметров? Могу резать, смысла нету. Просто загну края побольше и все. Поэтому оставляю ее такую. Итак, вот я отрезал. Брусочки нашел. Отрезал для крепления сеточки.
Это я снимаю уже на следующий день. Сегодня пришел, у меня вот там уже в углу прорыто было кротом. Я сейчас забыл снять, затоптал, просто все заровнял опять. Итак, сейчас начнем выкладывать сетку и крепить ее брусочками к нашим ограждениям. Так вот. Все-таки я решил порезать, наверное, сетку. Оказалось, она прям ну сильно большая, да? Даже с 60 отрежу где-то. Там запас сантиметров 10, 7. 7-10 оставлю, здесь 7-10 на загибы. Это, может, кусочек куда-то пойдет. Режется, кстати, очень хорошо. Она ножницами по металлу. Думаю, больше другим резать и нечем. Болгарка, мне кажется, она просто сгорит. Вот, поэтому сейчас мы отрежем. Прям раскатаю здесь и по месту ее здесь прям отрежу. Вот так. Вот черную проложил под теплицей. Жена сказала поднять теплицу. Пришлось немножко времени потратить и вот поднять теплицу. Черная такая штука у меня есть. Сейчас еще отсюда прикреплю. Или вот сюда вот так вот. А то трава лезет в теплицу. Получается нехорошо. И вот поднимаем теплицу. И вот проложил черную. И вот сейчас начну класть сетку. Итак, вот я начинаю стелить сеточку. Вот, подрезал, и все нормально. Сейчас мы расстелим и будем крепить. Вот смотрите, что получилось. Я положил сетку, там надрезал, вот это что получилось. Сеточка должна плотно лежать. Сейчас мы вот возьмем вот эти речки, которые я приготовил, и прибьем по краям, чтобы ни одна зараза сюда не проскочила. Вот эта ячеечка 8 на 8 миллиметров. Я думаю, что здесь не только кроты не пролезут, но и многие другие. Вот, кричит у меня вон там сын, шашлыки готовит. Куда убежал-то? Сынок, ты куда убежал? Вон он, сынок мой, шашлычник мой. Готовит шашлыки. Вот. Так что давайте прибивать, потом покажу окончательный результат. Я буду на саморезы их прикручивать. Ну вот, закончил. И вот что у нас получилось. Теперь ни один муравей не пролезет. Насчет муравьев, конечно, шучу. Видите, как все получилось. Теперь можно делать обратную засыпочку. И все. Я думаю, что от кротов мы спаслись. Теперь будем делать эту грядку. Эту мы не будем. Здесь они у меня не лазили. Ну а потом займемся второй тепличкой. То же самое и здесь будем делать. Убирать все здесь, здесь, но там придется это. Ну пройдем, посмотрим. Вот они, норы. Вот норы. Средней нет, только почему-то в крайних. Только в крайних. Вот видите.
Кстати, да, здесь еще полевок очень много. Это вот это полевки. Я думаю, что от полевок мы тоже спасемся, не только от продуктов. Может, полевки тоже лазят. Да, это полевки. Oh.